Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sniper Elite 3, мы продолжаем проходить эту офигенную игру, и давайте сразу же начнем вторую миссию. Что нам сейчас нужно делать? А, ну да, нам же нужно сейчас каких-то генералов найти, да, так как объяснялось вот это все в прошлой серии, в конце. Нам нужно найти каких-то трех генералов, или сколько их тут, 3-4, и что-то там у них узнать, хрен его знает что. Вот. Сразу мы так начинаем, да? За спиной в этого чувака. Так, ну чё, давайте пойдемте. Сразу же возьмем пистик. Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. Когда виден, в ваших выстрелов не будет слышно. Используйте это, чтобы скрыть вашу снайперскую позицию. Но мы лучше его вот так задушим, тварюгу, перережем ему горлянку, да и все. И пойдемте дальше. Будем тихонько. Вот у нас тут есть убить. Первая цель есть. Давайте-ка мы туда спустимся. И завалим этих. Этих всяких. Завалим. Пат. Враги обнаружат вас по звуку выстрелов. Это отражено на полоске смены позиции. Первый выстрел. Второй выстрел. Третий выстрел. Понятно. Меняйте позицию до того, как враги приблизятся к вам. Уходите с насиженного места. Понятно, понятно. Тут, короче, камперить нельзя. Нужно сразу же валить. И потому что, в принципе, они будут знать, что ты там есть, да, и нужно сразу же туда валить. Так, давайте мы вот этого сразу же запифахаем. На тебе, зараза, бесшумно. В голову, в голову, в голову. И вот тут, походу, этот командир, да, какой-то. Тут у нас есть что-то, какая-то записка, какое-то еще что-то. Хотя бы где-то отлить есть, а то мне уже в туалет нужно. Ладно, шучу, давайте вот этого завалим. Айнет Свайны Хендехох, привет, дружок, ты чё тут? О, я с кем разговариваю? Дружок! Задница у тебя, конечно, никакая, ну ладно, сейчас мы это поправим. Нужно обыскать этот труп. Сейчас мы его обыщем. Чё, проблема? Нет? Основное задание выполнено, заполучить разведанные о базе. Отлично. Аптечка. Ух, плюс одна аптечка. Ликвидируйте и обыщите офицера, чтобы найти разведанные. Ну чё, понятно, не тупые. Главное, чтобы нас не запалили, а то я видел. Вот на карте уже показано одного тут хендехоха, и там еще один хендехох стоит. Кнопка высунуться, перелезть. Нахрена перелезть, если мы сейчас горлянку его-то прострелим, да и все. Так, отлично. А сейчас нам куда идти, в каком вообще направлении, я, если честно, не представляю. Походу вот... О, нас уже палят. Походу вот сюда. Вот, я эту миссию еще не проходил. Я говорил, что я там поиграл 10 минут, потом вышел. Поэтому... Значок глаза показывает вашу незаметность. Врагам труднее вас найти, если вы скрываетесь в тени. Понятно. Так что, ребята, эту миссию я еще не проходил. И как-то нам нужно этих тварюк-то обойти. О, так. Сейчас мы ему... Или же давайте просто-напросто обойдем его. Так, у вас новое побочное задание. Нажмите на карту. Так, какое нафиг побочное задание? Главной цели. Побочное задание. Ликвидируйте офицера из снайперской позиции. А где она? Ага, вот. Вот, понятно. Нам нужно сейчас вот сюда, 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 сюда. Понятно. Сейчас мы туда пойдем. Главное, чтобы нас не запалили. Так, там уже какие-то ходят. Вот. Сейчас. Ну, подойди еще сюда. Чё ты? Хедшот, зараза. В рот тебе хедшот. Еще один хочет. Попробовать вкус меди. Ну чё, как? Отличный рецепт меди, отличный. Чё, еще кто? Чувак еще просит немного меди в ротик. В
В рот, сейчас мы ему пульта запустим еще парочку, ну чё. Офигенный вкус меди, согласитесь. Нахуй нас запалили. Твою мать, нас запалили, чё, давайте валим. Чё-то я как-то не заметил, что там кто-то был. Призрак, отлично. Ху, смылись. Это чё такое? Можно повредить некоторые генераторы, чтобы ненадолго скрыть шум. Это вот что такое? Это патроны, походу. Ладно, значит, если не понимается, значит, у нас фулка, да? Так. Кого нам убить? Сейчас, как бы мы в него попали. Отлично. Так. Обыщите трупы. Еще и тебе на зараза. Сейчас мы тебе там мозги-то твои. Еще там кто-то есть. Чувак, походу, к нам бежит. Так, ребята, чувак к нам бежит. Чтобы проведить нас. Да твою ж мать, сколько же пуль нужно. Если не в голову, то это сдуреть можно, сколько пуль нужно. Давайте мы себе отвлечим. Отлично. Ох, кто там у нас там стреляет. Снайпера всякие. В голову? Нет, не в голову, ладно. В принципе, пофиг. Ух, это еще откуда? Это еще откуда? Как бы в него попасть-то? Ну чё ты там? Вылезь уже оттуда, тварюга. Да хрен я в него попаду. Ладно, давайте валим отсюда. О, фугас. Короче, и берем мы. Воу, чувак, полегче. На тебе, свинец. Не медь, а свинец, точно. Что-то я как-то запутался. Это пуль... Да твою же мать, откуда? Пули же вроде со свинца. Ладно. А я медь сказал. Да ладно, пофиг. Да, не то что пофиг, но... Ох, чук. На тебе, зараза. А, так. Там еще кто-то. Да чё ты там же прячешься? Зараза. На тебе. На тебе! О, какой у тебя черепок-то офигенный был, когда мы его, до того, как мы его разнесли. Так, харе, уже стрелять, ну чё вы попутали? Бинт. О, как мы залечились. Отлично. Кто у нас стреляет? Валим мы, короче, лучше отсюда. Обыскать. О, точно, нам же его еще обыскать нужно. Сейчас мы его обыщем. Смена позиции успешна. Так, чем? Ищем. Я рад, что прихвостень Валена уедет проверять другие укрепления. Каждый раз, когда я вижу его, мы несем очередные потери во время дурацких приказов Берлина. Так, отлично. Чем мы тут? Что это такое? А, это патроны, да? О! И мины, идеальное средство против техники, разместить их на маршруты движения техники, чтобы ликвидировать их. Отлично, понятно. Бежим. Никаких тут документов нету. Нет, только мухи вонючие. Ладно, валим отсюда. Главное, чтобы какие-то там немцы не запалили.
О, там уже есть один. Вот он. С пистолетом мы не попадем, если будем туда стрелять. Это очень далеко, мне так кажется. Так что давайте мы-ка ему кишки-то его наружу вывернем сразу же, так тихонечко по стелсу. По стелсу, это же Splinter Cell, только... только... Чтобы меня не заметили, придется прятать трупы. Какие нафиг прятать трупы? Ты чё, когда мы прятали трупы? Нахрена? Кто-то прячет трупы? Нет. О, отлично, еще какая-то записка, не буду... Не будем ее читать. Чё, ты нас запалить хотел? Кишка танка! Запалить нас немец какой-то хотел. Ты чё, прикалываешься, что ли? Ну чё, где там наш офицер, капитан, генерал, айнецвайне? Я открыт со всех сторон. Ловушки решат проблему. Кто? Ловушки? А как мне их вообще устроить? Я понимаю, но... Используйте кусты и высокую траву, чтобы врагам сложнее... Чтобы врагам было сложнее их... Вас... Их... Как, кого их... Найти. Ой-ой-ой-ой. Лучше спрятать трупы. Да нахрен... А, какие нафиг ловушки? Я понимаю, что их там 3 штуки, но какие ловушки? Кремень, граната, фугас. Мощное устройство с малым радиусом активации предназначено для борьбы с тяжелой техникой. Используйте, чтобы отвлечь врагов или подорвать взрывчатку, камень. Отлично. Значит, тут их еще и отвлекать можно. Давайте как-то мы сейчас их отвлечем. О, давайте, валите оттуда. Ну, во! Ну, чё ты... Капут. Офигеть. Вот этот пистолет с дальнего расстояния вообще ни хрена не шарит. Поэтому нужно всегда с очень близко твою же мать, очень сблизко это все валить, потому что капут. Да, да я же обыскал, что ты хочешь? Поднять тело. А, я не того обыскал. Они тут друг на друга, голубцы. Залезли. Вот сейчас генерал-майор, присланный генералом Валином, пытается сделать темное лицо и бла-бла-бла, и бла-бла-бла, и Гитлер, и Митлер, швайны-цвайны, побежали мы убивать дальше немцев. Понимаю, тут нужны тактики, да? Кто-то может написать, да ты нуб, тут же нужны тактики, как ты это вот так все просто идешь на пролом. Ой-ой. Ну, в принципе, кто-то может играть с нереальными тактиками, но кто-то просто-напросто и без них может лучше играть, чем с какими-то... Конечно, всегда с тактиками офигенно играть, но... Не с такими тактиками, что просто-напросто нужно высиживать противника не знаю сколько времени. А если вот так по стелсу все, вот туда побежал, сюда пробежал, вот тому рейла надёр, того убил, того закопал, бла-бла-бла, гранату в рот засунул, и все. Как бы это не называется тактика, это когда ты на ходу все не на ходу придумываешь, как бы все планируешь, да, что вот мы туда пойдем, этого заманим туда, туда вот то и вот все. Конечно, это офигенно, но еще есть такое, что когда ты просто-напросто все на ходу придумываешь, куда лучше пойти, кого лучше убить, как лучше убить. И что лучше сделать? Тут походу есть чуваки, да, конечно же, есть, но чё? Слушай, у тебя такой прикольный пулемет. А куда ты там смотришь? Чё там? Чё там? Охренительный вид, не, чувак? А ну покажи, чё там? Чё там?
Ладно. Не захотел с нами чувак говорить. И спалил нас еще походу. Вот твою же мать. Я как-то поэтому не заметил. Ну ладно. Занимаем их позиции. Это еще откуда? Кишки! Еще одного офицера мы завалили. Или кто это? Отлично. Так, сейчас нам как-то отсюда нужно уничтожить. Отлично. Вы были повышены звание. Ух, нифига себе, ребята, у нас третье звание. Отлично. Этого мы убили. И этого мы убили. А сейчас нам бы лучше отхилиться. Бинт. Отлично. Сейчас мы отхилимся. Офигенно. Так. Ну сейчас, ладно, сейчас мы вас тоже опять второй раз завалим, если вы такие умные. Используйте куски. Кусты. Ладно, я хотел по стелсу, но... Какой нафиг стелс? Какой нафиг стелс? Ты чё, прикалываешься, дружок? Если мы сейчас их вот так завалим, да и все. Старые знакомые. Ну чё, давай рассказывай, как жена, как дети. Опять ты на краевид, где смотришь. Но сейчас нет, ребята. Сейчас эта зараза нас не спалит. Так. Вот этого чудилу нам нужно убить. Только лучше всего убить его по стелсу, чтобы опять на нас не сагрилась хреново туча всяких немцев. Давайте как-то мы сейчас его вот так забабахаем. Как бы тебя убить? Как бы тебя убить-то? Обнаружено тело. Это не отлично. Вот. Там уже нас ищут, походу, если тело обнаружено. Ну ладно, чё. Сейчас мы тебя завалим. Грузовики, я перережу линию. Чё ты хотел-то вообще, зараза? А вот тут кто у нас? В укрытии опять нас спалили. История войны. Ладно, это не будем мы сейчас считать. Все, отлично. Давайте сейчас мы облутаем немного вот этих засранцев. Граната у этого есть, а у этого что есть? Гарант по полный запас, отлично. Оу, на нас уже там идут. Походу. Услышан звук. Все, отлично. Так. Чуваки из машины вышли. Блатные, ладно. Ликвидируйте и обещайте последнего офицера. Чё ты там смотрел в стену? Хрен поймешь. Ну и так мы тебя завалили, зараза. Так, сейчас нам куда? Так. Давай, иди сюда. Ну иди сюда, ну чё ты там? Давай. Уничтожить. А как нам уничтожить вот эти мины? Вот эти машины, хрен его знает. И вот все, и вот так.
И там еще, походу, один есть, да? Где-то у нас там выпаливает. Но мы его сейчас обойдем. С этой стороны. Ой, ой, ой. Да сколько тебе патронов-то нужно, зараза? Если не в голову стрелять, то это вообще сдуреть можно. Вот так, отлично. Уничтожить. Обнаружено тело, а кто там? О, там еще кто-то есть. Так, отлично. Какую в жопу детонацию взрывчатки? Мы же даже никакую взрывчатку не установили. М-15. Это чё, сейчас взорвется? Да там же взрыва никакого быть-то не должно. Чё оно там взорвется? Сейчас посмотрим. Ни хрена там не взорвется. Конечно. Только у нас вот то, что взрывчатки нет. А, нет. Если у нас фугас. Отлично. Вот сейчас мы его вот так взорвем. Ладно, так не получится. Взорвем мы его опять вот с этим. Кремень. А вот так получится? Давайте посмотрим, хрен его знает. Получится, нет? Ладно, давайте подождем. Как вообще это взорвать? Я, если честно, не догоняю. Гранатой. О, она что-то уже там дымится, или что это? Да твою ж мать! Ладно. Так уж и быть. Но вот как за... Да чё я парюсь? Буду я париться? И вот сейчас просто напролом. Будем мы париться, ребята? Чё вы думаете? И вот так. Сейчас мы вот это все позрываем, да и все. Будем мы париться с этой хренью. И вот... На тебе, зараза. Грузовик уничтожен. Ну чё, поехали дальше. А тут два грузовика, да? Значит, поставим где-то вот это по центру. Вот сюда. Отлично. Нет, тут еще один грузовик есть. А как мы вот этот грузовик уничтожим? Я не представляю. Этот мы сразу двумя уничтожим. А как вот этот? У нас и патронов нету, нифига нету. А, я знаю, как можно, по идее. Нет. У него нету бензобака, что ли? Ты чё, прикалываешься, как у него нету бензобака? А как мы его взорвем? Хрен его знает, ребята, как мы его взорвем. Вот тут у него. Ребята, вот эта хрень, я не знаю, как. Во!
Охренеть, это еще вот так взрывать можно. Все, сейчас на нас уже вся немецкая армия агрится. Зато мы взорвали все вот эти. Да чё ты... На тебе, зараза! Куда, куда мы ему попали? В очко! Нет, нет, в колено, ладно. А вот с этим мы вот так расправимся. Навскидку. А вот сейчас лучше нам отхилиться. Да и все. Там еще кто-то есть. По идее. Или нет? Походу нет. Так, сейчас нам еще убить вот этого последнего засранца. Где он? Так. Пистолет с глушаком. Все чисто. Отлично. Какой у нас уровень? Ух, у нас уже 3,5 уровень. Нифига себе. Нифига себе. Так. Так. О, тут нас не услышат, так как вот тут эта хрень шумит, да? Можно как-то обойти, хотя нет, и так услышали, ну ладно. Вот так. И где наш офицер? Hello, hello. Чё ты хочешь, зараза? Пулю в лоб. Получай. И ты тоже. Так, а этого как бы можно убить? Нет, этого мы так не убьем. Ладно, прыгать тут тоже не особо нужно. Так, давайте этого обыщем, может у него какие-то патрошки будут. Да, есть парочку патронов. Отлично. Давайте ща мы и вот этого завалим. Так, вот там один чувак. Даже два. Но я так думаю, к нему мы не достанем. Ну, точнее, эта пушка не достанет. Так. 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 Вот это снайпер. Там еще, да конечно, там еще. Там же их куча. Вот так. И вот там еще один, да? Вот он. Да ты ж твою мать. Вот так тебе, зараза. Чё ты там хотел высмотреть? И вот тут еще один что-то там смог. Да твою ж мать. Ух, капут, вот это иногда хрен попадаешь. Ох, куча патронов у нас. Ну что, давайте еще вот этого обыщем. Майор Алессандро, ваше преступление необходимо в оазисе Аберун. Ваше присутствие, какое же преступление, чтобы оценить новое назначение ваших войск. Генерал Валин очень ценит вашу помощь в этом вопросе. Генерал-майор Кох. Ликвидируйте, обыщите, ла-ла-ла, понятно. Ни хрена себе, сейчас вот этот чувак сюда едет. Устройте засаду и... Генерал скоро будет здесь. Нужно подготовиться. О, чувак, мы мину ставим, он на нас смотрит. Обнаружено тело. Так. И как нам вот эту потом гранату взорвать? Хрен его знает, давайте мы сюда залезем.
По идее, как-то мы же ее взорвать можем, да? Где наша мина? Ух, я уже мину потерял. Где наша мина? Вот она. Похоже, в этих ящиках немцы перевозят взрывчатку. Новая пушка? Нифига себе, или что это? Охренеть! Да, но на эту мину он никак не наедет. И проехал он дальше. Походу я понял, какую засаду нужно было устроить. Ладно. Сейчас мы устроим вот эту засаду. Так, это пропустить. Генерал уже едет. Надо приготовиться. Ребята, у меня нету времени, честное слово. Так. Вот так. Отлично. Где наша мина? Так. Давайте мы опять туда забежим. Сколько там еще? 100 метров, охренеть. Ух, давайте-ка мы сюда забежим быстренько. Все чисто. Да ладно, чисто, не чисто. Так, я сейчас одно что-то хочу проверить. Хочу проверить. Да... Да нет, не нужно мне, да твою ж мать, я же там столько мин поставил, почему оно не показывает мины? Почему мины не показываются? Мощный заряд, который можно детонировать снайперским выстрелом. Ладно. Сейчас-то мы ему засаду-то застроим. Вот, сейчас получше будет. И сейчас давайте-ка мы вот сюда залезем. И снайперским выстрелом-то мы его забабахаем там. Только нужно, конечно же, туда попасть. А чтобы попасть туда, это сдуреть, наверное, нужно. Ну чё, ждем. Ждем. Давай, мы тебя ждем, дружок. Фу, ну я надеюсь, хотя бы сейчас мы эту засаду устроим, а то уже сдуреть можно. Давай, 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 давай. Ну чё, давай, едь. Зачистить район. На тебе, по сами яйца. Рядовой 4-го ранга. Ух, ни хрена себе, нам еще и ранг повысили. Каркано. Растяжка. Отлично. Вот, вот это засада, я понимаю. Походу, тут только динамит нужно брать, потому что мины... Я пробрался через обломки, чтобы обыскать труп. И что в награду? Лишь два слова. Проект Эпидемия. Ух, ух, ух. Какой-то проект. Так, убийство. Ну, в принципе, ребят, нам за одну, конечно, миссия же реально очень долгая была, но, в принципе, мы уже 4-й уровень. По идее. Нет, 3-й. Нет, 4-й. Так, гараж уничтожен, прожектор отключен, снайперская... Ладно. Так. Проект Эпидемия. Нет, давайте-ка мы, ребят, на этом закончим эту серию. Ставьте лайк, если вам нравится прохождение, если вам нравится эта игра.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте. Еще раз, ребят, что-то я вообще ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.